общем, я нашел несколько аномалий. Это портал, да, я его поломал. Потому что он не нужен был вообще. И я сейчас вам покажу. Вот портал, правильно? Правильно. Тут портал. Если бы куда? В одно место. Я вам покажу два места, две вещи. Где он? Чу. А, там. Короче, я вам покажу ту самую легендарную аномалию. Я надеюсь, он не пропал там. Где он? Где он? А где? Он исчез? А где он, блин? А, во-во-во. Сейчас я вам покажу. Вот он. Я не знаю, каким образом Пиблин попал в этот мир. Ну, каким-то образом он же сюда попал. Короче, его надо держать под защитой. Потому что это, во-первых, аномалия. Вообще, его тут не должно быть. Сейчас я вам покажу вторую аномалию. Ну, это, как сказать, это редкость большая, но плюс аномалия. Так что я вам должен показать это. Я его убивать не стал. Каким-то образом, когда это случилось, я его успел поймать, только без лошади, без его лошади. Сейчас вам покажу. Все. Ку-ку. Во-во-во-во. Привет, пупсик. Че? Не попадешь. Мне все равно. У него горящая стрела, мне вообще все равно. Эти магию закрываем тебя тут, смотри. Смотрите на него. Смотрите, мы подписываем просто гимн. Вот это, до свидания. Я не понял лишь одного. Каким образом появился тут Пиглин? Ой, зомби-свинья. Каким он тут образом мог появиться? Есть два варианта. Либо же когда... Не, ну, тут есть только один вариант. Это аномалия, потому что где находится портал... И где находится Пиглин? Пиглин находится вот тут, да? Вот, вот тут Пиглин, а там портал. И как он оттуда мог дойти до сюда, это как-то нереально просто. Судя по тому, что портал находится где-то от 100, даже больше от 100 блоков, и он не мог просто физически туда дойти. Это должно быть... Не бот, это не бот, это что-то умнее. Куда как-то заработало в один момент, пошло, а потом выключилось. Как я поняла, это что-то не то. И еще каждый раз тут появляются дожди. Сейчас, слава богу, нету. Но каждый раз прям просто каждый раз. И еще тут такое происходит, что каждый раз тут спамятся големы. Я их даже не спамил. Где-то еще четвертый есть. Второй, третий, четвертый где-то тоже был. Меня удивляет только одна вещь. Как Пиглин, или как его, зомби-свинья, появился так далеко от своего местоположения? То есть, это нереально просто. Просто нереально. Не может быть. Все, что я вот это построил, возможно, скоро этого не будет. Да, я, короче, заканчиваю это небольшое видео, я его сейчас выложу, обязательно завтра выложу. Да, я. Этот зомби-скелет, кстати говоря, был на лошади, я его случайно убил. Лошадь каким-то образом туда попал, ну и всё.